отсыпом, кратеном, хлопом. Я вижу, хоть колесик такой. Дай ему пинок, да? Только не кидай вот так вот. Поближе, да. Осторожно, осторожно. Под выцветшим пологом нашей палатки. Днем как ночью, а ночью почти что как днем. Снова ветром протяжно вздохнула Камчатка, и закаты, как взрыв, полыхнули огнем. Возле печки жестяной сопит собачонка, на спине два худых выпирали масла. Кушку, а потом с нее выше, выше и выше на другие. А, то есть это не самый главный фаш? Руками гает оплывшая свечка. Синей дымкой в палатке плывет разговор. Наперед знаю все, что мне нынче приснится. Оржавевший причал и испуганный взгляд. Это база МЧС. И под высохшим пологом нашей палатки
книге найти, так называется. Примерно представляю. У нас на хорошем. Две радуги, причем почти вертикальные. Нет, а потом... Левая уже немножко исчезает.